ката сейчин, а четвертая ката стиля очерю переводится 10 поединков, 10 битв. Значит, ката, созданная в 1958-57 годах, придумал ката мастер Сабура Уэхара, ученик Канбуна и Канея. Одно из сложнейших ката очерю и пограничное между ученической и мастерской степенью. Ката содержит технику тигра и дракона, и поэтому подготавливает ученика к мастерским катам, к исполнению мастерских катов. Очень сложные каты. Сэйчин!